Давайте посмотрим, может заставочки немного введут вкус дела. В общем, я так понимаю, мы будем играть таким пацаном и все, и с какой-то птичкой. Может тебе дать силу на все Руманес, Димона, зачем? Да я просто нужные скачал с Эмуэнда и все. Или там у тебя есть в одном архиве прям все игры. Так, ну... Вроде как бы есть что-то с Ньюноидом. А, вместо ее здесь птица. Прикольно. Так, свитки, я так понимаю, тоже можно разбивать и трансформировать в оружие. Плюс есть время, есть очки. Чё это? Да, физика такая же, такая, точь-в-точь. Может, на ветрекере есть баки со всеми играми на NES. Да, я, в принципе, нужный скачиваю. Мне просто интересно, чтобы были разные версии, то есть там же на MLND просто сборники в одном архиве там несколько, можно японский посмотреть, американский посмотреть, поэтому я все равно оттуда качаю. Ай, блин, зря я свиток разбил. Чтоб не искать в одном архиве все игры с хаками. Прям с хаками все версии, если все версии, то давай, Димон, конечно, буду благодарен. Присаживаться. Да, рыбы эти очень сильно напрягают в Юноиде. Так они и здесь тоже напрягают. Нет. Он прям подо мной бы выскочил, если бы я не перепрыгнул. Вот как чувствовал. Офигеть, еле перепрыгнул. Саша, это твоя месть. Ты не любишь, когда тебе петухи долбят, а тут петухом долбишь всех. Да ну, это птичка... Нет, не похоже на петуха. Да блин, просто меня петушочки преследуют. Итак, вот она аналог пиццы. Какой-то парень на жабке. Ого, что-то я вообще не въехал. Три свитка. И чё ему на это ответить? Давайте ему ответим. Три свитка. Ничья. А, все, я понял. Просто надо смотреть на цифры. Да, просто на цифры надо смотреть. Все, я понял. Тут хоть битвы с боссами реальные. Или на поедание пиццы. Это, по-твоему, не на поедание пиццы? Ну это... А что такое? Время вышло, что ли, или чё? Чё случилось? Там какой-то таймер, что ли, был еще? Сейчас увидишь. Да ладно, меня, я не знаю, откинуло на начало уровня. Видимо, я не успел, там, за время нужно определяться, наверное. Время, чё? Ну, кто знал, я даже не заметил, где оно было там. Там провел умножение, перец и т.д. подкинуть. Ну да, видимо, как в Юноиде, да. Интересно, здесь тоже есть секретные мини-игры на конт. Было бы прикольно поиграть. Так, уходим. Да, там время, как Юноид не успел нажать ответ. Понял. Тот же принцип. Понял, ребята. Блин, ну персонаж, конечно, стрём полный. Но хотя, должен признать, у него... Он хоть бегает, как нормальный пацан. Юноид вообще бегает, как, я не знаю, как... Стрём какой-то, помню. Вообще, сам персонаж Юноида такой стрёмный. Так, ладно, не забываем о времени. Умножаем на 2, в общем, используем все итемы. Давай.
сразу же сейчас X2 и свиток. Хорош. Ого, у него даже пятерочка есть. Так, ну свиток только остается. Давайте ему постоянно и выжидать. Я так понимаю, после этой дуэли еще нужно с ним так сразу же сражаться. Двойка. Я смотрю, еще какой-никакой задний план. Интересно, такой задний план будет во всех? Или будет меняться? То есть в Юнайте, я помню, там на заднем плане что-то типа магазин какой-то, пиццерия, наверное. А, ну, все, пошел. А в атаку он пошел. Пока отдаем единичками. Пусть порадуется. Сколько у меня там троек? Ну, две еще есть. Можно. Так, и последнюю троечку как раз таки закроем. Перчик использую. А, он уже не останется, если я его сэкономлю. Ну, все, добили. Он все равно пропадет. Я понял, не знал. А вот эти вот умножения, по-моему, оставались. Вот насколько я помню, в Юноиде, по-моему, оставались. О, нет. А где босс? А, или он потом будет? Читай немного. Да, это один из нелюбимых уровней в Юноиде. Сравним, что сложней. А есть в чатике люди, которые проходили и Юноид, и вот эту тему? Чисто интересно, есть ли разница в сложности, или приблизительно одинаковая сложность? Капком сила, точнее, капком... Причем у них игры, я заметил, в основном либо... диснеевские, либо какие-нибудь мультяшные. Вот нету такого чего-нибудь, я не знаю, серьезного какого-нибудь, технического там. Блин. Одинаково, и механика также. Примерно одно и то же, я понял. Все то же самое, короче. Как бы ремейк. Я японскую не проходил, но пишет, что она проще. Просто, Алекс, знаешь, почему так пишут, возможно? Потому что в первую очередь, как правило, играют в Юноид, а потом играют уже в эту тему, и когда есть опыт игры в Юноид, эта тема, конечно, покажется попроще. А так, в принципе, вот если объективно, мне кажется, все-таки две игры довольно одинаковые. По сложности. Так, держи, ссылка. Благодарочка, Димон. Спасибо, мужик. Скачаем. Так, вот он, парень, который меня убил. А как тут использовать оружие? Супероружие, как использовать? Севок? Ладно, проигнорим. А как вверх Б я жму, не использует? Вниз Б. Интересно. Просто общепризнанное понятие, что все японские румы проще. Это да, есть такое. Я прыгаю на всякий случай, потому что помнится в Юноиде эти льдины таяли. Не знаю, как здесь. Лучше и не узнавать.
Ага, здесь они трескаются, вот. Чувство, чувство. Чуйка на такие вещи уже. Саша, ты три части Симпсонов проходить будешь? На Денди, который... Ну, а насчет трех не уверен, но я играл только в одну. Там, где Барт бегает с баллончиком. Там, типа, как квеста. Полно итемов там нужно собирать. Мне понравилось. Интересная игра, но я ее не проходил в детстве. Кстати, про супероружие в Юноид я вообще только недавно узнал. Да ладно. Ничего себе. Так, помню я этих, помню. И вас я помню, только здесь по-другому все выглядит. Ну да, ну да. Но жизни. И конты здесь, как я понимаю, не бесконечные. Так вот, не люблю я вот этих птиц в Юноиде, и этих рыб теперь бы не буду любить. Так, не-не-не-не-не-не. Аккуратненько с ними нужно. Ну да, да, случайно написал и такой результат. Но это же не Юноид. Ну это уже чисто так, страдаем. В основном, ну вы знаете, первая игра серьезно беремся за прохождение, вторая игра серьезно беремся за прохождение ачивок, а третья игра это уже так, расслабончик, поигра чисто уже, потестить, потренить. Нет, нет, блин, а почему? Game over уже. Видимо, ага. Уже два в запасе. Очень аккуратно нужно играть. Конты не бесконечные. Саша, ты игрушки на другом уровне тренишь? На этом. Да я, честно говоря, таких треню. Я бывает вообще... Ну, у меня просто нету времени, чтобы потренить. Я бывает просто включаю прохождение и смотрю прохождение. То есть, в принципе, немного помогает то, что я перед стримом смотрю прохождение. Но помогает в теории. На практике я очень сильно встреваю. Вот как сейчас. Не разогнался и бульк. Как Юноид разогоняться надо. Да, помнится, в Юноиде было такое тоже место. А если случайно ачивку выполнишь, так там можешь с этого, с аккаунта просто выйти. Хотя было дело, выполнял. Кстати, здесь их нету. Просто даже если случайно ачивку я выполняю, то в основном какой-то хлам, который и так понятно, что можно легко выполнить. Там же просто можно выйти со своей учетной записи и всех дел. Там так и называется Retro Achievements вкладка. Так, где там то место было? Так. Давай, давай! Вот прям с самого краешку неплохо пошло. Есть, кстати, способ, как через свою учетку сбросить ачивку. Да ладно, и такое можно.
Я-то думаю. В смысле, Колян, ты о чем? Ого, здесь какой-то каменный качок. Блин, у него модный пояс. Так, ладно, сейчас постараюсь не отвлекаться. Так, третий. Ну давайте вот так вот. Сайлем на ГГ ушел. Че там, лаги, да? Так, трояк опять. Что у меня тройками сыпет, блин? Блин, забыл умножить. Давай мне единичку, чтоб так нормально. А чего он? Так, ну двойку, ладно, двойку используем. Последнюю и тройку. Итого у меня останется еще одна троечка. Жестко. Блин, а здесь интересно, если я его... Так, не, это нужно использовать итем. Интересно, если я его сейчас с перфектом, то есть... А, ну нормально. Тогда мне кон добавят, как в юноиде? Сейчас проверим. Так, опять придется. Вот это тем. Коля, ну зачем тебе материться? У нас же все культурные люди, ну почти. В этой игре боссы меняются не только цветами. Кон дается, окей, добиваем тогда. Так, вроде бы должен плюс конт. Нормально, слил конт и выхватил конт. Прекрасно. Добавься. Есть. Пока нормально. Идем. Так, а это аналог... Какого... По-моему, это аналог уровня город в Юноиде. Да. Помню, таких парней были. Тоже, наверное, как в городе будут платформы такие, немного напрягающие. Ладно, мне, наверное, нужно подождать. Жесть. Давай. Фух. Вот этот шарик хорошо, что с одного удара убивается. Так, я не знаю, что это дали. Вроде пока нет нужды материться, но если что, будет долго добраться. Блин, к чему этот мат? Заяц, жрущий пиццу лучше. Ну, Димон, ты просто привык. Блин, а я бы и Лего поиграл. Да. Я обожал, когда мне Лего попадалось в киндере, это просто нереальный был хардкор. Очень редко, но попадался в киндере конструктор. Так. Крепкий. А, я не замечаю этих синих. Блин. Да, Лего тащит. Это какая-то пещера. О, пещера аналог канализации. Короче, можно по музычке все определить.
Пипец, не ожидал, не ожидал. Ай, блин, блин. У нас в Питере праздники делают для детей Лего, и 3 дня все играют и получают призы. Офигительный праздник. Офигительный праздник, блин, вот это я понимаю. У меня мама постоянно радуется киндерам больше, чем подаркам машинкам. Конечно, в киндерах же интрига такая скрыта. Кто его знает, что там будет. Да и к тому же, довольно сложно, чтобы в киндер попался повторный. Так, здесь у нас еще. О, пойдет, пойдет. Кстати, когда я неуязвимый, то я не могу кидать эту ворону. Ого. Так, улетаешь? Или они по одному разу только вылетают? Блин, как в Юноиде. Так и знал, что не нужно реагировать на вот эту штуку, которая резко... Так, ладно. Тут у нас какой-то Росомаха. Но он уже заряжен посерьезнее. Там у него 6, я смотрю. Так, ну 3. Ну так вот пока ему ответим. Не покупайте киндеры новые, они отстой. В плане игрушек халява полная и не красивая любая игрушка. Так, все, вот против единицы сейчас я ему X3 3. Тащи, тащи, сейчас сразу его скосит. Ой-ой-ой-ой-ой, бедняжечка. Росомаха уже нет. Да-да-да, старость взяла свое. Что-то он вообще слился очень быстро, бедняжечка. Уже целая куча повторных у него, он хочет, чтобы именно уникальный из какой-нибудь коллекции попался. Значит, нужно покупать Сайлер именно в этом. В разных местах киндеры, потому что зачастую в одном магазине с одного ящика, и там, конечно, могут быть повторные. Это ситуация как со жвачками и наклейками. Вот если ты с одного блока покупаешь, то у тебя одни и те же наклейки попадаются, там разновидности может быть 10 вот, максимум. То есть та же схема и с киндерами. Поэтому старайся в разных местах брать, и тогда все будет путем. Во всяком случае, это мое предположение, я думаю, все-таки обоснованное. Так, вот этот уровень. По-моему, корабль, да, корабль аналог. Нет! Это точно он. И не стыдно пенсионеров гасить, ай-яй-яй. Да ладно, у него адамантитовый скелет. И плюс еще у него офигенная регенерация, его можно гасить сколько хочешь. Так, эти рыбки, конечно. Кстати, именно в этом уровне, я помню, был бонус. Надо постоянно кидать, где-то он должен быть. Бонус на конт. Интересно, как он здесь выглядит. Эй, блин. Долбаная рыба. Бульк? Это Логан в старости был. Да. Блин, неужели уже Хью Джекман не будет больше сниматься в роли Росомахи? Я просто не понимаю, кто там вместо него? Он, никто ж не потянет больше Росомаху. А, это вот... Так, ну минус конт. Что пришло, то и ушло. Надо очень аккуратненько играть. Вот эти рыбы — серьезная проблема.
вообще хрен ты и прыгнешь. Где же тут секрет? Найдут какого-нибудь молодого додика и перезапустят серию. Вот именно. А потом начнутся сравнения. Вот, Росомаха. Уже не тот. Ого, атака. Так и сделают, 100%. Спать ушли, народа нет. Возможно. Да чё? Это чекпоинт, что ли? Мне счетчик показывает 14 человек. Так, аккуратненько. Так, капец, они напрягают, блин. Да, рыбы это... Что-то я не помню, чтобы меня на том уровне так сильно рыбы принимали. Это именно в этой игре они что-то какие-то коварные, что ли. Так, ну пока я не, вообще не представляю, как. Это как с Бэтменом. Сейчас каждая собака может похвастаться, что играла в Бэтмена. Вот он бонус. Так, что делать? Пираты. Я енотик полосну, стираю костюм свой. Так, ага. Забивать этих парней нужно по полной. Где еще? Капитан, давай! Так, крота, я так понимаю, нельзя трогать. Капитан, стой! Черт, за него ж так много дается. Давай, еще вылазите. Не, крот не нужен. Вроде бы нормально, вроде бы я индикатор добил. Ну же, плюс конт. Обрадуйте. Я же на этом уровне слил конт. Нужно восстанавливать репутацию. Еще и уровень так... О, цирк. Тут тоже цирк. Пошел автоскроллинг. О, вот этот итем я знаю. Прям как в Юноиде. Я понял. Главное, трансформируется. Вы меня этим не удивите, я в Юноид играл. Цирк со спецназом. Какой-то, я не знаю, больше как аквапарк.
Оу, не, все-таки цивик тоже. Оу, вот это вот перец серьезно выглядит. С копьем даже. И сразу мне пятерочку втащил. Ну давай, давай использовать. Все-таки юноид может чем-то и лучше, но боссы здесь получше выглядят. В юноиде всего лишь цвет поменяли. А здесь прям все четко. Тут они прям полностью внешний вид поменяли. О, против единички. Фу, ДПС. 3. Вот так вот те. Минус 8. На. Сколько еще? 5 штук осталось. А, четверочку заюзал. Четверочку. Ну давай вот эту еще штуку используем. Дай мне что-нибудь такое попроще там. Единичку, двоечку. Троечку дал. Ну можно, можно еще разочек. Я думаю, на нем тоже конь сделаем. Да, да. Добиваем. Из жизни, слышу, текут. Порядочек. Ой, не-не-не-не-не-не-не-не, только не это. Этот уровень в юноиде меня просто рвет. Просто рвет. Ладно, ладно, не спеша. Вот, пожалуйста, что творят. Постараемся не спеша, конечно, что-нибудь сделать. Нафига было жать, там же была дистанция достаточно. А да, это я о чем говорил. Так, не люблю я вот такое вот. Это самый хардкорный уровень. Там я его ненавижу. Блин. Уберем, нафиг уберем. И еще вылетает. Ну тварь. Знал бы, тебя бы захватил. И, ладно, еще разочек. Все, больше помощи нет, кого ждать. Ужас. Понизу или поверху идти. Кстати, не важно. Нет, нет, дует. Хорош. Как его носит, просто жесть. Да... Она должна была чуть дальше полететь. Как и в Юной 3 воздушная змея, и в Юной летающая. Да жесть вообще, хорошо пока еще в отпуске, ты бы не смог досмотреть стрим. А, мужик, ну везет, везет, конечно. Я уже забыл, когда в последний раз в отпуске был. Так, ладно, остается только собирать свитки, чтобы, я не знаю, чтобы использовать против хардкорных мест, потому что у меня уже 0 жизни, сейчас скоро будет, конты в бой пойдут, очень не хотелось бы. Чудеса на виражах ты уже прошел, адский, я его как-то проходил, но я не смотрел по достижениям вообще.
То есть я еще даже не знал об этом сайте, когда я их проходил на стриме, поэтому я думаю, мы к ним вернемся. Так, ну здесь они мне выбора не оставляют. Сильно уж скопилось. А я бы с удовольствием чудеса на виражах прошел. Причем игра такая несложненькая. Даже можно ее особо не напрягаясь, без жизни пройти. Люблю я эту игру. Ну не эту, а чудеса на виражах. Хотя это мне тоже прикольная такая, как альтернатива Юноиду вполне годится. Блин, как я, какие миллиметры все-таки ловятся? Жесть. Отвали, отвали, я знаю. Так, ну и что тут делать? Твари, что творят? Он еще летает, хреновина. А тварь. Так, ладно, надо ее убрать. Не хочу я с ней связываться. Чё? У меня время кончается. Сильно много тупил. Да, давай, давай. На 8 секундах. Вниз выстрел, суперка. Я понял, мужик, да, вот такое отличие от Юноида. Я пока узнал, я вверх жал и нифига. Вот этот музончик я уважаю. Красава, спасибо, Саля. Этот уровень напоминает игру на андроиде про птичек. Эту игру еще называют про Люцифера. Ну, с андроидом я особо не общаюсь. Не, ну здесь, конечно, Франкенштейны получше, чем... В Юноиде как, какие-то негры, негры, бомжи ходят. И насколько я... Ах ты ж тварь! Не ожидал. Насколько я помню, в Юноиде в этом уровне тоже был секретный бонус на конт, поэтому надо сосредоточиться и поискать. Побольше в пустоту птицу кидать, может обнаружить. Да, пауэрапчики тоже не помешают. Так, давай прыгай. Ну а как ее выманить? А, я понял, реагирует на дистанцию. Музончик то, что нужно. Эх, блин. Да и так бы помер. Блин, давай ферстраном затащи эту игру. Ну, мужик, не знаю, не знаю. Я и с Юноидом особо не дружу. Насколько я помню, в Юноиде меня больше всего напрягал даже не последний уровень, а уровень, где всякие банки вылетают. Там. А, еще заводишь, блин. Да, это еще только начало. Вернее, это середина игры где-то. Весь самый смак еще впереди. Стильный призрак в очках, солнцезащитник. Нормально. Так, лучше подождать. Ничего себе, вот тут откид. Так, вот эти я помню штуки. Да черт! Тварь его защитила, блин. Не, конкретно этот уровень сделан качественнее, чем юнодовский. То есть здесь и задний план периодически меняется, свет то тухнет, то не тухнет. Ну, качественнее сделан. В Юноиде что-то в этом уровне сэкономили. В Юноиде вся игра напряженная, там за подлянок на каждом уровне хватает. Не знаешь про них смерть. Так это аналог. Это то же самое.
Вот, не знаешь, что нужно вначале выждать вот этого призрака, а начинаешь прыгать вперед, очень тяжело выжить. То же самое, вот эти штуки. Капец, просто не знаешь, чего от них ждать. Вот, сейчас же полетит, тварь. Очень опасно, очень опасно. Здорово, Саня, недавно тебя начал смотреть. Тащи! Долго еще стрим будет идти, пива стоит открывать. Мужик, ну, где-то, я думаю, полчаса мы еще поиграем, пока у меня не закончатся конты. Потому что по новой этот трэш не хочется начинать. Но я думаю, пивас, бутылочку ты успеешь приговорить. Спасибо, мужик, за то, что подбадываешь. Люблю, когда мне тащи, там топи, топи, или жми, жми, вот как, я не знаю, прям как штангу. Вот это я понимаю. Так, по-моему, здесь, да, как знал. Просто похожее место на Юнодовское. Так, ладно, это место должно быть сложнее, чем предыдущее, поэтому нужно сконцентрироваться и не тупить. Ого, какие-то гробики. А, так вот. Эх. Блин, этот фиолетовый меня дурит. Иди сюда. Блин, не успел. Этот крот вообще. Да не, это очень тяжело сделать. И меня на самое начало уровня отправляют. Не, давайте без этого бонуса поиграем все-таки. Спасибо, мужик, жми, чувак, от души просто. Ладно, ладно, давай. Как? За это еще и жизнь отнимают? В Юноде не отнимали. Ладно, нафиг бонус. Не, я игнорю этот бонус. Тут нужно просто разрабатывать тактику, а это все потери жизни. Придется без этого бонуса поиграть. Ну давай, давай. Ютуб работает от Лагао. Отлично. Слава яйцам. Так. Ты все смотришь. Спасибо, Адский. Спасибо за веру. Ну, я не уверен, блин. Если бы играл бы в Юноид, да, я бы его втащил. Ну, блин, это не то. Это не то совсем. Вроде как и похоже, но вроде как непонятно, чего ждать. Это как играть в какую-нибудь игру, я не знаю, хак на движке Юноидов. То есть, по-другому все расположено, не знаешь все равно, чего ждать. Бедная птица. Из чего она сделана? Так, все, вроде бы нормально. Ого, какая у нас тут бабенция. Ничего себе. И заряжена неплохо. У нее свитка, как у меня. Тащи, мужик, немного осталось. Спасибо, Саля. И со стартом мне четверку. О, у меня тоже есть четверки уже появились. Ну ладно, пока вот так. Чем-нибудь поменьше нужно ждать. У нее там, правда, и пятерки есть. Три штуки.
двойка. У меня три умножалки. Ладно, пока не будем. Посмотрим пока. Четверки, пятерки. Она вообще очень серьезная. Распутная такая. Девочки, девочки. Блин, ну она сильно заряжена. Я не знаю, чем ее глушить тут. Четверка опять. Ну, двойка, ладно. Тут шанс один. Тут нужно ждать двойки. Двойку не очень мало. Я даже не знаю. А, у меня же четверка одна есть. Вот ее бы на три умножить было бы хорошо. Так, опять тройка. Ну, опять двойка. Две двойки только. Ладно, надо тогда... Ладно, опять двойка. Надо тогда на тройке уже отвечать. Пора уже. На тройке, на двойке и на двойке отвечать только. Вот тварь. Ну тут тройка, тройка, тройка. Да, здесь уже конт не сделаешь. Проткни ее своим мечом. Меча нет, есть только птенчик. Так, ладно, ладно. Умножаем на 2. На четверку используем. А, у меня две там четверки. Хорошо, скосило. Еще раз четверочку умножим. Вот, блин, ну и все, я теперь не знаю, как его втащить теперь. Четверка меч. Четверка, ну ладно, двойка пока. А интересно, если у нас у обоих кончится вот эта вот тема, что будет? Так, тройка. Тройку можно умножить на 2. И мне потом просто не хватит. Ладно. Капец, чуть времени кончилось. Двойка и тройка осталось. Пятерка, да чё? Уже одни единицы остались. У нее карточки закончатся, и босс пишет, что проиграл. У тебя карточки останутся. А, вот так вот. Прикольно, прикольно. Так, четверку, ладно. Вот так вот. Саня, хорэ с бабой заигрывать. Да не, она сложная попалась. Я пытаюсь, конечно, что-то сделать. Так, двойка. Хорош, все, умножаем. Умножаем и на 3. Все, у меня одни единицы остались. Все, что я мог сделать. Она меня сейчас добьет. Нечем блокировать. Минус 3. И сейчас тройкой добьет. Тварь. Я не знаю, как ее победить. Че с единицами остался? Это слив, да я понял, мужик, да. Что-то бабище сложное попалось. Надо уровень повнимательнее, пособирать побольше умножений. Бабы, они такие. Так, вот, умножить на 2, хорошо. Еще надо найти, умножить на 3, и тогда будет все спокойно. Видео не грузит. Опять YouTube. Блин, ну я бы не знаю, с удовольствием чем-то помог, но я без понятия, как. Че этому YouTube не хватает? Так, о. Восклицательный значок.
меня, по-моему, только... Не, у меня было два восклицателя. В общем, надо искать. О, перезагрузил, заработал. Да вроде ноль. Ну, отлично. Пока работает. В идеале, конечно, в идеале не связываться с бабищей, а тупо ее проскочить с помощью вот этой вот темы. С призраками. Ну, блин. Я не уверен. Я не запомнил, как эти призраки там из этих гробов вылазят, поэтому пока ну его нафиг. Привет, здешние! Здорово, здорово, Амком Мерсайн. Синт. Привет, мужик. У нас что, Twitch заблокировали в России? С чего ты это взял? Ты не пугай так. Могу зайти только из-под VPN. Да ладно, да ладно. Ничего себе. Странно, странно. А кто может сейчас проверить? Алекс, если ты тут, что скажешь по этому поводу? Твич, интересно, интересно. Чёрт! Сильно я долго тупил. Давай, давай, пять. Хорош, хорош. Ладно, посмотрим, что там у нас сейчас за арсенал. О, у нее единички появились. А какого? Какого в тот раз их не было? Я тут сейчас посмотрю. Окей, мужик. Так, 5 умножить на 2. Хорошо, четверочка. Вот это она начала идеально. Они, видать, слабеют. Если я теряю на них жизнь один раз, они слабеют, и у них единички появляются. Вообще нормально. Так, двойка. Опять долбим по полной. Четверочкой. В смысле VPN? Ну, в смысле айпишник скрывает. О, ну, адский, а у тебя как там на Твиче? Нормально? Или ты не с России? С очками на тройке отбивайся. Три. Да сейчас добью, она уже мне жаждет конг подарить. Вот так вот, власти меняются, как говорится. Да вроде бы норм. Ну странно тогда, не знаю. Тогда нормально все. Хрен знает. Ну когда заменяешь IP на какой-нибудь другой стороны. Ну, Амком, он адский говорит, он с России, у него все путем. Все норм на Твиче, даже задержки особо нет. Ну вот, Алекс тоже подтверждает. То у тебя, наверное, что-нибудь может. Вот это уровень, по-моему, то, что я говорил. Аккуратно. Блин, ниндзя тут. Да ты воткнул. Да, это аналог того уровня города. Там еще был какой-то противный этот. Ладно, ладно, сконцентрируемся. Блин. Вот это да. О, вот это вообще проблема. Виноди, по-моему, он сложнее был, вот этот парень, который с бомбы кидал. О, вот это я понимаю, как вовремя. Хорош. Может только в Крыму какие-то глюки с Твичом? Да кто его знает? Жаб потренил. Не, я еще не садился за них, честно говоря. Но через стримчик будут жабки, по-любому.
Я думаю, я выложусь по полной, попытаюсь их затащить, но опять-таки не могу ничего обещать, потому что жабки есть жабки. О, это аналог завода. О, косарь собрали. Да-да, и поэтому следующий стрим у нас будет Рутони чатик. Я надеюсь, если там удастся все сделать. Да, это Саля проспонсировал так от души, не знаю, что-то захотелось. Спасибо, мужик, еще раз. Черт. Долбаный кокон. Вот, троечка, это очень офигенно. Именно за счет троечки решаются битвы. Короче, часов на 5 посиделки. Да, неправда, неправда. Конты не бесконечные. Ну, с такими темпами явно 5 часами не... А, ты имеешь в виду за Battle Tots? Там да, я думаю да. Потому что я еще замахнулся на ачивки с Battle Tots. А там, как известно, полный яд. Так, сделай 3 сейва на жабах и потрень тяжелые уровни. Быстрее пройдешь на стриме. Так. Блин, Коля, ну ты помнишь, как я там тупил? Я тупил во всех, без исключения, уровня, вот как сейчас. Я понял. Вообще на всех... Капец, конт ушел. Так, не, нифига, собрался нам. Я так понимаю, оно помигает. Помигало, да, и... Нужно выжидать, пока все камни упадут. Не, ну вот эти яйца, они очень деревянные, очень. Очень долго идуть. И в очень неудобных местах. Да-да, блин! Я хрен знает, что-то вообще меня тупо напрягает. Да, Клинген Вингем нужно точно однозначно затринить. Так, где падает? Все, вроде бы все упало. О! Надо бы запомнить, что она здесь лежит. И быстро вот то яйцо. Блин, слушай, а ты играешь только на эмуляторах или консоль тоже есть? Не, увы, нет. Так, что-то меня вообще не радует положение дел. Да долбанные яйца. 2 конта уже. Так, сейчас упадет, рядом со мной должно. В тот раз не там упало. Погнали, погнали. Самое главное, вот то кувалное яйцо вынести. Все, а дальше смотрим. Все. Поторопился, да. Ну, уже хоть рекорд побил. В Юноиде я помню... Ой-ой-ой-ой-ой. В Юноиде 2 таких места с миганием было. Я помню.
Опять головняк, опять. И оружия нет, глушануть это долбанное яйцо. Не, конкретно этот уровень для меня, я не знаю, может именно для меня, сложнее раза в два, чем завод в Юноиде. Чё натворит? О-о-о. Хоть какое-то утешение. Еще пивоп завалить бы. Выглядит серьезно. Да, четверочки, одна двоечка, одна единичка я заметил. Ну, на это я тебе могу только вот так вот ответить. Что-то я не вспомню таких яиц в Юноиде. А там нету яиц, там такие ящики. Из них тоже что-то выпрыгивает, но их они не настолько там напрягают. На четверочку. Ну, ладно, еще двойку отдадим. Там ящики были. Да, да, ящички там такие. Но я не помню, что там из них выкидывал. Так, пора вступать в игру. Возьмем тройку и возьмем четверку. Бах. Еще раз тройку выпадет. А, четверочку. Боится. С остальным роботом. Он прикалывается. На. Ну все, осталось добить. А чем-то я его... А, у меня же еще умножить есть? Да, вот это я понимаю, накопил. Так, ну еще двойку дадим. Я так понимал, умножить, если сейчас останутся, то они все равно у меня на следующий уровень перенесутся, мне так кажется. Так, ну все, добиваем, еще уже с ним. 2 хп, да-да-да, все. Финиш хим, как говорил старина Шансунг. После завода еще был какой-то внутри завода. Да. Так, я понял. Тоже такой неприятный уровень. Там все, одни злые уровни пошли. Разве такое было? Что... Так. Вот тут предусмотрительно лучше использовать молнию. А еще говорил Фламес Виктори. Да-да-да-да-да, выводил. Ну, больше, конечно, он любил говорить финиш хим. Его любимая фраза, он с таким чувством ее говорил. Видимо, репетировал каждый день перед зеркалом. Что это такое? И еще я запорол молнию, взял какую-то хреновину в качестве спешла. В общем, неудачно сложилось. Ну ладно, оставляем тогда молнию. И без комментариев. Эти штуки можно мочить.
что-то новость. Опять я его взял. Бабалити. А бабалити это ж, по-моему, в этом, в ребенка, когда превращают. Жесткая тоже такая тема. О! Вперед, вперед, вперед. Так, все, я понял, можно тормозить. Так, убиваем, убиваем, да. Только так. Нет. Нет. А, я думал, там еще вот эта ш... вот эта штука, что будет ездить. Так. Фу, да, напряг, напряг. Только сейчас понял, почему Пашке эта игра не понравилась. Потому что в ней дохнешь с одного удара, как в баке. Конечно. Так, стоп, стоп, стоп. Судя по музыке, это предпоследний уровень. А значит, сейчас начнется полный хардкор. Да, я помню в этом. Блин. В Юноиде на дом, когда поднимаешься, я там полно контов лью, поэтому меня эта перспектива вообще не радует. Двойку хочу взять. Так, вот что с ними сейчас делать? Фух, забрался. Так, еще одна проблема. Ну да, и рыбки тут еще помогут. Офигеть. Блин, вот не знаю почему, меня вот эти дырки в стенах очень стремают. Не знаю, что-то плохое предчувствие. И оружия нету, я бы его взорвал с молнией, но нету. Да прыгай! Капец! Два раза нажал, успел прощелкнуть прыжок, и он все равно не прыгнул. Странно, странно. Саня, заметь, ты в прошлой игре таймер и картинку не обновил, всем пофиг на это, главная атмосфера игры. Да нет, просто Over Horizon был заготовлен заранее, а к этой игре я не был готов, это уже кто-то в чате решил написать, и в итоге мы в нее играем. Даже такое бывает. И в принципе должен признать, вполне годное, вполне, я не пожалел, что запустил. Блин. Так, сколько контов? Только не говорите, что последний. Нет, нет, последний конт. Как так быстро они кончились? Я же зарабатывал. Значит, всего лишь у нас две жизни. Ладно, вздох там где-то в середине игры, ну блин. Тут же осталось буквально два уровня, по-моему. Что-то они вообще как-то по-другому начали выпрыгивать. Близко, близко.
Саша стримил Moon Crystal, а я в эту игру играл в Енот. Прикольное совпадение. Параллельно. Ну затащил хоть, Колян. Так, вот, вот она, проблема. Как они тут падают? Как это пройти? Я без понятия, как это пройти. Вообще без понятия. В Юноиде я вот этого моба, я вечно его взрывал. То есть с молнией. Ну а здесь как-то очень предусмотрительно сделали, что у меня ее не оказалось. Хотя в прошлом уровне она у меня была. О! Ничего себе! Что это было? Время еще парит. Тут еще до хрена надо времени. Блин, я понял. Саня, тащи, обидно будет, если сольешь, не обращай внимания в чат. Когда смотрел предыдущую игру, уснул. Я сейчас проснулся. Мужик. Тимур, ну бывает, бывает. Уэв Хоризон согласен, скучновато, можно и поспать. Главное, концовку не пропустить. Ладно, ладно, одна жизнь в запасе. Я так понимаю, тупить здесь вообще нельзя. Время даже поджимает. Даже так. Рыбы еще по да. Не спешить же особо не хочется, а если будут же что такие, тоже затупят. И время жмет. Я в шоке с этой игры, короче. Так, давай, ты же там на меня как-то умеешь накидываться. Давай, цып-цып-цып. Ну же, ну же. Тут хитрые хрень. О, оп. Все по технике. Так, ну погнали, погнали. Офигеть. Выйдешь с самого краешку прыгнул. Ну, блин, ребят, ну, first run есть first run. Я уже был к этому готов, но я не знал, что я дойду до последнего уровня практически. Ну, обидно, обидно все-таки бывает. Бесят игры на время. Да не говори. Я, кстати, вчера не разобрался в программе Retro Game. Зарегался на сайте. Ну, как игры скачивать, не разобрался. Если не трудно, объясни, пожалуйста, а то я чайник не надал. Окей, Тимур, для тебя нефиг делать. В общем, смотри, главное, ты скачиваешь RunNES эмулятор, а остальные игры ты уже можешь качать с любых сайтов, то есть, ну, желательно ромы качай с Emulenda, там проверенные ромы, и качай обязательно либо американскую, либо японскую версию, то есть, чтобы уже 100% засчитывались тебе достижения. Если будут вопросы, пиши, я тебе обязательно отвечу. Так, как Ninja Gaiden 3, последний уровень без затупа надо проходить. В другой раз пройдешь, обязательно, Саля, обязательно. Уже на треню, во всяком случае, ее. Ничего, чувак, в другой раз затащи. Спасибо, Селф, спасибо, мужики. Так, ну, в принципе, игра неплохая. Кому нравится Юноид, я думаю, эта тема тоже понравится не меньше, чем Юноид. Ну, чисто для любителя. Кому больше восточная тематика нравится, кому городская, там, американская. Все индивидуально, все на любителя. Все равно красавчик, спасибо, Адский. Ладно, ребят, значит, на сегодня все.
Я не знаю, сколько там по времени. В принципе, да, достаточно. Мы сегодня затащили три игры. Вернее, две игры затащили. В одной даже сделали все ачивки. Это офигенный результат на самом деле. В другой разогрелись неплохо так. И в третью, это был First Run, почти затащили. Я считаю, это довольно неплохой результат. Да, жестко. Напиши, пожалуйста, откуда скачивать игры в чате и название сайта. Так, ребят, пожалуйста, кому не сложно, скиньте, пожалуйста, Тимуру ссылочку в чат на Emulent и желательно прям оттуда, где можно качать игры, то есть, ну, чтобы сразу там была NES вкладка и, ну, чтобы он не искал по сайту. Буду очень благодарен. Пока, давай, адски, удачи. Классный стрим, спасибо и счастливо. Давай, Димон, удачи тебе, мужик. Саня, отличный стрим, спасибо. Алекс, мужик, тебе тоже спасибо, что пришел. Как всегда. В следующий раз ждем Рутони чат. Окей, Саля, окей. Я надеюсь, куплю. Но если даже не хватит, я со своих добавлю. Обязательно куплю. Ну, попытаюсь настроить, чтобы все было красиво. Спасибо тебе еще раз, Саля, братан, спасибо. Все, ребята. А на этой нотке я с вами прощаюсь. Всего доброго, берегите себя и удачи. И обязательно играйте в Денди. И еще раз напомню, что на следующий стрим у нас РКС, Rose and Crow Stilett. Играем мы за Гроу. Ну, кто в курсе, может, знает. Да, поэтому, кто и кого интересуют игры именно исключительно на Денди, то можете не приходить. А в понедельничек мы уже займемся плотно Battletoads'ом. Да. Все, ребят, всего доброго, берегите себя и удачи! Удачи, до встречи, счастливо, мужики, счастливо!